принятый сегодня проект бюджета района, дополнительно включены средства на проведение текущего капитального ремонта центра дополнительного образования в сумме 1,4 миллиона рублей, ремонт спортивных залов в школах в сумме 3 миллиона рублей, оснащение и содержание точек роста и квантуриума в сумме 48,1 миллиона рублей, комплектование книжных фондов в сумме 771,5 тысяч рублей и приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств в сумме 7,5 миллиона рублей. Кроме того, выделены средства на оснащение музея боевой славы в сумме 2 миллиона рублей и обеспечение жилья молодых семей в сумме 2,4 миллиона рублей. Общий объем расходов бюджета на 2024 год планируется в сумме 4,353,3 миллиона рублей или 94% к оценке 2023 года. Из них 72% будут направлены на оплату труда и теплоэнергию. Оплата труда работников в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений предусмотрена в 2024 году на 10 месяцев. Недостаток по оплате труда в год составляет 213 миллионов рублей. На остальные расходы запланированы в 2024 году 1,204,7 миллиона рублей. Общий объем расходов бюджета за счет собственных средств на 2024 год составит 1,902,1 миллиона рублей или 97% к ожидаемой оценке 2023 года. Из них 60% или 1,126,9 миллиона рублей предусматриваются на оплату труда и теплоэнергоресурсов. Остальные расходы за счет собственных средств планируется утвердить в сумме 778,2 миллиона рублей или 106% к ожидаемому исполнению 2023 года. Районный бюджет продолжает сохранять социальную направленность. Расходы в области социальной сферы в 2024 году составят 3,267,7 миллиона рублей или 77% от общей суммы расходов. На реализацию муниципальной программы развития системы образования в 2024 году выделено 2,968,4 миллиона рублей, в том числе за счет собственных средств районного бюджета 684,8 миллиона рублей. На муниципальную программу развития культуры в 2024 году планируется утверждение 233,7 миллиона рублей. На программу развития молодежной политики, спорта и туризма на 2024 год запланировано 163,7 миллиона рублей. Расходы по дорожному фонду в 2024 году составят 238,5 миллиона рублей, в том числе 228 миллионов рублей будет направлено за счет транспортного налога на ремонт и содержание дорог города и подъезды в школу. Кроме того, на 2024 год планированы межбюджетные трансферты в бюджет города в сумме 45,5 миллиона рублей на организацию транспортного обслуживания населения дачными и пригородными маршрутами, 85,4 миллиона рублей на организацию озеленения на территории поселения. Таким образом, проектом предлагается утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год в следующих параметрах. Общий объем доходов 4,183,6 миллиона рублей. Общий объем расходов 4,253,3 миллиона рублей. Дефицит бюджета 169,7 миллиона рублей. Также сегодня проходит одновременно с нами заседание облдумы, где дополнительно вносятся поправки в областной бюджет 2024 года. Эти средства не войдут в рассматриваемые и утверждаемые сегодня проект бюджета района, а будут заведены позже по уведомлению. 53,4 миллиона рублей выделяется на завершение строительства Быкватровского сельского дома культуры, 10 миллионов рублей на мероприятие по антитеррористической безопасности и ремонт спортивных школ района, 15,4 миллиона рублей на устройство временного пункта содержания безнадзорных школ. Несмотря на непростые условия, в которых формировался бюджет, это ограниченность финансовых ресурсов, все первоочередные расходы в бюджете будущего года предусмотрены. Как и в предыдущие годы, в приоритете остается социальная сфера. Основная доля расходов, 77% бюджетных средств, предусмотрены на развитие учреждений образования, культуры, спорта, на реализацию социально значимых программ. В будущем году запланировано проведение капитального текущего ремонта 4 школ, 16 детских садов, 3 спортивных залов, это партийные проекты, которые реализуются на территории Саратовской области, в том числе и Балаковского района.
Продолжится работа по обновлению материально-технической базы учреждений образования, культуры, дополнительного образования, учреждений дополнительного образования, финансирование будет осуществляться по инициативе Вячеслава Викторовича Володина, все помните, да, 2000 рублей на каждого ученика, 1000 рублей из областного бюджета, 1000 рублей выделено из средств районного бюджета. Екатерина Владимировна сейчас уже рассказала о том, что выделены средства на оснащение школьных музеев боевой славы, модернизации учебной деятельности. В бюджете района 2024 года предусмотрено предоставление компенсации родительской платы за детские сады, компенсации льгот на категориях образовательных организаций. Продолжится поддержка молодых семей, семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. В следующем году также не останется без внимания благоустройство дорог. В бюджете на 2024 год предусмотрено финансирование на ремонт и содержание дорожной инфраструктуры как в городе, так и дорог, прилегающих к селам. Документ детально был изучен на рабочем группе депутатами. Было проведено 4 заседания. Депутаты принимали в этом году активное участие в рассмотрении всех вопросов. В ходе заседания рабочих групп были заслушаны руководители учреждений культуры, образования, спорта, выявлены основные проблемы учреждений, озвучены были дополнительные потребности в бюджетных средствах. По результатам обсуждения депутатами был сформирован перечень основных мероприятий, финансирование которых предполагается за счет образования и экономии бюджетных средств и получения дополнительных источников доходов. В него ваши мероприятия по выплате заработной платы в полном объеме, так как в бюджете она предусмотрена на 10 месяцев, выполнение предписаний надзорных органов, обеспечение мер антитеррористической и пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы, проведение ремонтных работ в спортивных школах и софинансирование проекта «Дрозд-Силго». Обращаю внимание депутатов на то, что работа над бюджетом после его принятия не заканчивается, она продолжится в течение всего финансового года, поэтому те вопросы, которые не удалось решить на стадии формирования документа, предстоит решать в ходе его исполнения.